Ребята, всем огромный-огромный привет! Сегодня будем делать осеннюю, яркую, очень красивую композицию из материалов, купленных в магазине Fix Price. Приятного просмотра! Мне пригодятся вот такие тыковки, купленные также в Fix Price. По 4 штучки продаются там разные овощи. Есть картошка, морковка, что-то еще. Но меня заинтересовали, конечно же, именно тыквы. Возьму пока что 3 штучки. Вот такие они. От настоящей тыквы их отличает, в общем-то, отсутствие вот этого корешка. Сначала нанесу на поверхность тыкв грунт, для того, чтобы краска легла лучше и ровнее, и оранжевый не просвечивал. После того, как тыквы мои стали белыми, я их буду раскрашивать дальше. И я выбрала вот такой набор цветов. Понадобятся мне не все, но сейчас вместе с вами посмотрим, какой цвет подойдет лучше. Мне нравится очень, вот, наверное, вот такой яркий, кирпично-красный. Вы видите, что цвета прям оранжевого здесь нет. Поэтому вот, наверное, возьму такой. Возьму вот такой сливовый, и синий тоже хорошо подходит, кстати говоря, сюда. Ну, прям такая осенняя гамма, плюс это цвета, которые мне очень нравятся, цвета, в которых я раскрашивала зеркало, если помните. Зеленый будет и так в виде зелени, а вот, может быть, вот такими сделаю я тыковки, более или менее приближенные к натуральным цветам. Все, начинаю раскрашивать. Давно я не красила, уже соскучилась. Очень такой яркий цвет получается. Все, оставляю сушиться. Первый слой на месте. Мне нужно будет сделать как минимум 2, а то может быть и 3. Следующая тыковка будет вот такого цвета, горчичного. И вы можете, конечно, спросить, зачем нужно переделывать оригинальные были тыквы, они же тоже подходящего цвета. Скажу так, что мне не очень нравится. Во-первых, мне не очень нравится то, что цвета были слишком ярко-оранжевые, глянцевые и бутафорские. Конечно же, моя перекраска не сделает эти тыквы менее бутафорскими, но смотреться, на мой взгляд, они будут несколько интереснее. Кроме того, любой продукт из Fix Price достаточно узнаваемый, а я сейчас переделаю его так, что узнать его будет достаточно сложно. Вторая тыковка тоже готова. И третья тыква. Крашу ее красно-оранжевым оттенком. Краска подсохла, легла она не слишком равномерно, оно мне в принципе и не надо. И теперь я буду немножко придавать фактуры нашим плодам. Для этого я уже буду пользоваться кусочком поролона. Возьму также коричневую краску и ту же самую, которой пользовалась. Смешаю ее для того, чтобы получить более темный цвет. А в углублениях сделаю цвет немножко посветлее. Вот такой вот желтый, смешанный также с коричневым. Следующая идет тыковка красная. И для нее я смешала светлый оттенок с этим же самым красным и красный с коричневым. Светлым оттенком буду, наоборот, выделять выпуклые места.
Так, а более темным оттенком буду прорисовывать внутри. И также работаю с последней фиолетовой тыквой. Немножко разбавляю с белой краской этот цвет и наношу его на выпуклые места. Добавляю немного золотой краски. Далее буду приклеивать вот такие шишки на шпажки. Шишки можно использовать любые. Я выбрала в этот раз вот такие от ели. Пока тыковки сохнут и шишки приклеиваются, я займусь основой. У меня есть вот такой горшок, на который я наклеила бечевку. Мы это делали, кстати говоря, сами вместе, там, где я показывала несколько способов применения этой декоративной веревки. В этом горшке у меня стоял искусственный цветок какое-то время. Ну вот теперь он пустой, и я буду им пользоваться. Вовнутрь я помещаю полусферу. Это был шарик из пенопласта, новогодний. Не обязательно это должно иметь именно такую форму. Не обязательно это должен быть именно шарик. Можно использовать любой пенопласт, либо какую-то губку, может быть, флористическую. И чтобы не проглядывал белый цвет, я сейчас покрою его коричневой краской. Тыковки мои подсохли, вставила вовнутрь пока что просто деревяшку, потом подумаю, может быть, что-то придумаю более похожее на именно черенок тыквы, пока что как-то не могу догадаться, и теперь буду их помещать, тыковки, вот сюда. Буду это делать с помощью все тех же палочек, только теперь буду протыкать ими тыковку вот с этой стороны. И еще у меня две вот такие красотки. Получились они просто супер. Мне очень понравилось. Далее добавляю шишки. Далее я хочу добавить веточки вот эти с Fix Price. Вставляю ягодки и листочки. У меня осталось несколько вот таких цветочков. Они из Ашана. Вот такие. На мой взгляд, тоже весьма осенний вариант. Также их вставлю. Хорошо, они также подходят вот к этой тыковке. Воспользуюсь вот этими ягодками. Кажется, это боярышник. Если что-то не нравится, как расположено, то легко можно вытащить и вставить в другое место. Что не вставляется, можно приклеить на горячий пистолет. Кстати говоря, симпатично она выглядит абсолютно со всех сторон. И с каждой стороны немножко по-разному. И
и также компанию своей этой композиции. Решила сделать также декор на один из подсвечников. Я, когда их делала, подсвечники, говорила, что очень удобно делать сезонный декор, украшать их по сезону, по настроению. И так как у нас осень, а у меня там птичка еще весенняя, поэтому я ее заменю, опять же, на тыковку. Вот четвертая тыква из этого набора из Fix Price. Покрасила ее, вот такая она стала вся интересная. И сделаю также вот такое вот колечко. Делаю черенок. Это просто палочка. Я не претендую на 100% идентичность. Мне важно, как обычно, просто создать атмосферу. Немножко подзолочу. Так и хочется, чтобы меня кто-то остановил уже, наконец-таки добавила еще вот такой вот листик золотой. Ну, мне нравится. Супер, все, пошла я устанавливать все на места. Посмотрим, как это будет выглядеть действием. Ну что, девочки, вот такая вот красота осенняя, яркая у меня получилась. Я просто в восторге, если честно, как обычно, в общем-то. Но, по-моему, это, ну, очень-очень по-осеннему и очень-очень красиво. Причем красиво с любой стороны. Можно и так повернуть, и по-другому. Все тыковки на виду. Ярко, жизнеутверждающе. И очень-очень здорово, на мой взгляд. Напишите, пожалуйста, как вам идея. Может быть, захотите повторить что-то похожее для себя. И желаю вам всего самого-самого доброго. Спасибо за просмотр. Самое главное — здоровье, конечно же. Ну и не забываем о том, что творчество обязательно спасет мир. Пока-пока, до скорой встречи.